В Москве ОМОН сегодня обезвредил самодельное взрывное устройство, но не настоящее. Это были учения инженерного подразделения. Тренировку сотрудники посвятили Дню инженерной службы Росгвардии, который они отметят в воскресенье. Коробку сначала проверил кинолог. Собака села рядом с коробкой, это значит, что внутри взрывчатка. Затем взрывотехник с помощью специального рентгена убедился в этом, и уже сапер, используя комплекс-разрушитель, уничтожил подозрительный предмет. В завершение робот собрал остатки взрывного устройства. Этого робота саперы называют Валли, как герой мультфильма, но в России таких всего два. Роботехнический комплекс МРК-15 предназначен для инженерной разведки, обезвреживание взрывоопасных устройств. Многофункциональный, позволяет перевозить тяжелые грузы определенного объема для того, чтобы, допустим, подозрительный предмет поместить в контейнер взрывобезопасный и дальше его эвакуировать. Страшно, конечно, всегда, потому что если ты перестаешь бояться, ты допускаешь всякие ошибки. Поэтому страх, конечно, присутствует, начинаешь работать спокойно, успокаиваешься. Думаешь, что все обойдется, что все будет хорошо. В реальности обезвреживание взрывчатки занимает 3 часа, но сегодня ОМОН сделал это все за 15 минут.